Сельскохозяйственное предприятие региона готовится к началу посевной. В сельскохозяйственных организациях продолжается подготовка к весенне-полевым работам. Если позволит погода, то выйти в поля и начать посевную аграрии смогут уже в конце апреля. К этому времени необходимо подготовить технику, сформировать необходимый запас семян, минеральных удобрений и средств защиты растений. В этом году площадь посевов составит 78,2 тысячи гектаров. Под зерновые будет отдано 9 тысяч гектаров, под сою 20 тысяч. Значительная часть площади отведена под сев кормовых – 27 тысяч гектаров. Овощи и картофель будут высажены на площади около 20 тысяч гектаров. По словам заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия края Нелли Расахатской, для подготовки к посевной аграрии раньше обычного получили государственные субсидии. Средства начали выплачивать уже в январе, а в феврале поступили первые партии семян зерновых – гороха и кукурузы. Именно эти культуры традиционно являются завозными. Хозяйства, которые понесли убытки в результате наводнения и лишились части урожая, закупают посевной картофель. Общество с ограниченной ответственностью «Даниловка», «Сергеевская» и открытое акционерное общество «Заря» для сорта обновления закупили почти 600 тонн высокопродуктивных семян зерновых. В мае начнутся поставки семенного картофеля. Его мы планируем приобрести около 1000 тонн, рассказала Нелли Расахатская. Вместе с тем напрямую с поставщиками заключены договоры на поставку 20 тонн средств защиты растений. Аграрии также планируют приобрести 4,2 тысячи тонн минеральных удобрений. Для сорта обновления Хабаровский страховой семенной фонд подготовил около 400 тонн элитных семян овса, пшеницы и сои. We'll be right back.